Красота. Хорошо это или плохо? Я имею в виду внешность. Ну, вроде бы это что, это счастье невозможное, понимаете? Все мечтают быть красивыми, все мечтают быть желанными. Понимаете? Вот, ну, что может быть лучше? Вот быть красивым. А теперь давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Ну, я сейчас не буду шутить, что да, или красивый, или умный. Вот, но на самом деле, да, если человек очень красивый, то ему очень много делается преференций. Да, и в исследованиях показано, в научных, что если вы красивы, то вам больше платят заработную плату, к вам менее требовательны там, и так далее. То есть человек живет за счет своей красоты. Ему ставят четверки там, где нужно ставить двойки, ему платят зарплату там, где другому бы не заплатили и так далее. Но вот он, находясь в таких условиях, он насколько будет, так сказать, собран, эффективен, умен, да? Ему не надо. С другой стороны, вот это красивые люди. Красивые люди начинают мучиться бесконечным количеством всяких разных комплексов, потому что им же нужно эту красоту как-то поставить, удерживать, что-то с ней делать, понимаете, потому что они идентифицируются через красоту. Да? Они какие люди? Красивые. Значит, им что надо? Постоянно заниматься этой своей красотой. Когда вы начинаете заниматься собственной красотой, вы тут же обнаруживаете, что все не так хорошо, как хотелось бы. Да? Ну так вот вопрос. Да? Ну, не умному, красивому, альтернативу не будем смотреть, но вот красота – это настолько важная вещь для нашего счастья? Или, может быть, тут все немножко как-то преувеличено? Обсудите в комментариях. Интересно почитать.